четвертый день чемпионата мира по сложенной пирамиде. Через 5 минут начнутся матчи 1/4 финала. К седьмому столу приглашаются Сергей Коржановский, Молдова, Ернар Чембаев, Казахстан. Восьмой стол Денис Колосов, Беларусь, Владислав Осьминин, Россия. Десятый стол Даурен Уранбаев, Казахстан, Дмитрий Стороженко, Россия. 11-й стол Андрей Фрейджи, Россия, Алихан Каранеев, Казахстан. Матчи проходят до 7 побед.
Так, шары снимаем, да? Значит так, все делает судья, вы просто посмотрите, если не нравится, как пирамида стоит, значит, корректируйте все. Судья, да? Пирамида стоит? Короче, все. Вы делаете. Значит, все тогда, ваш судья, вот. Сколько вам? Даже начал. Что, объявлять? Хотел поговорить, сходить? Уважаемые зрители, просьба отключить свои мобильные телефоны или перевести их на режим вибрации. Звонки ваших телефонов мешают игрокам. Убедительная просьба не пользоваться фотоаппаратами со вспышкой.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
разбирательств.
Thank you.
день. Thank you.
месяцев со вспышкой больше не было. Thank you.
Thank you.
уважаемые зрители, еще раз убедительная просьба отключить свои мобильные телефоны. Охрана просто будет выводить тех, у кого будет телефон, мешать игрокам. Thank you.
находите сейчас? Вы можете включить интернет и посмотреть, если она ругается. Я люблю тебя. А я скоро набегу. Давай. Я тебя наберу.
На Симонской закончила встреча Сергея Крыжановский, Молдова, Ернар Чембаев, Казахстан. Со счетом 7-2 победу одержал Ернар Чембаев. К седьмому столу на разминку приглашаются Ольга Милованова и Екатерина Перепечаева. Закончила встреча Дмитрий Староженко, Россия, Даурен Урумбаев, Казахстан, со счетом 7-2, которого держала Даурен Урумбаев. Закончила встреча Владислав Асмин, Россия, Денис Колосов, Беларусь, со счетом 7-2, победу одержал Владислав Асмин. Так, расписываемся, автографы. К восьмому столу на разминку приглашаются Мария Пудовкина, Александра Денис. Уважаемые зрители, продолжается награда, пожалуйста, потише. Давайте будем смотреть, болеть. Thank you.
приглашение. Просто с лицом и зрителем Thank you.